хорошо в деревне летом, а будет еще лучше. Мы намерены изменить это село за 3 дня. Телекомпания УТС закидывает свой трудовой десант в село Лобино Красноозерского района. Если уж мы решили причинить добро, то избежать этого не удастся. Они уже в пути. Грейдеры, самосвалы, бетономешалки, добровольцы, готовые засучить рукава. А еще летучий отряд ОТС, передвижная телевизионная станция, которая вам все покажет в прямом эфире. Ну а я, Анастасия Аксенова, расскажу вам во всех леденящих душу подробностях намного больше. Погнали! Домой, я дам вам капсата. Итак, куда же нас занесло на этот раз? Что стоит за этим названием на верстовом столбе? Чтобы прощупать деревенскую почву, мы отправили лучшего из наших агентов. Анатолий Харитонов раздобыл ценную, я бы даже сказала, бесценную информацию. В интернете о селе Лобино мало информации, но лично я нашел лишь несколько строчек. Основано в 1834 году. Сюда пришли переселенцы, 7 семей. Вот, пожалуй, и все. Но чтобы узнать больше, есть один способ. Нужно отправиться в школу. И если там есть музей, это настоящий подарок для краеведа. История начинается из архивной справки на стенде, как это было. Ее отыскать очень трудно было. Делали запросы в город Новосибирск и в Барнаул, но справка отыскалась в городе Томске. По официальным данным, школу, а точнее юбилейное сельское училище ведомства кабинета Его Величества построили в 1899 году. Но преподавать детям письмо, чтение и арифметику в Лобино начали на 5 лет раньше. Педагогов выбирали из грамотных крестьян на сходках, назначали им зарплату за каждого ребенка, подыскивали в какой-нибудь избе помещение для занятий. Вместить всех малышей оно не могло. Некоторые слушали уроки за закрытыми дверями, стоя на улице. Потом появилось деревянное здание. 3 классные комнаты, внутри круглые железные печи. Их топило дровами сторожиха. Известно, что первыми учителями были Митрофан Малахов, Никифор Литвинов и Дмитрий Ефременко. Вот, вот такой наш флаг, он зеленого цвета. Почему зеленого, спросите? А потому что зеленый цвет жизни. Вот поэтому он зеленого цвета. В центре это солнышко, от которого отходят 11 лучей по количеству школьных наших лет. И в центре аббревиатура «Лобинская средняя школа». Сейчас мы на каждом нашем торжественном мероприятии в школе, на линейках 1 сентября, 25 мая. Линейка начинается у нас с выноса нашего флага и с исполнения гимна. Есть история села
Лобина. История в лицах. Да, история в лицах, так можно, да, сказать. Это вот тут. Да. Вот такие материалы, да, ценятся, да, всегда, да, потому что это свидетели той эпохи, то есть они все это видели, описывают свои впечатления. Историю малой родины написала от руки Татьяна Одинцова, учительница биологии и химии. В 19 веке сюда пришли уроженцы из Харьковской, Курской, Орловской и других губерний. Земли там было мало, урожаи плохие, а здесь благодать, раздолье кругом, плодородная почва. Найдут ходоки хорошее место, назад за семьями и навсегда в Сибирь. Сначала появилась заимка, позже – село. Названия улиц тут необычные. Вот, допустим, вот эта улица Полтава, как говорят старожилы, что именно переселенцы были из Полтавской области, и поэтому вот называлась она улица Полтава. Там вот соседняя улица, это улица Москва, тоже говорят, что первые переселенцы на ту улицу были из Московской области. Вот так вот потихоньку она основывалась. Тоже есть улица Белоглинка, это... Как говорят тоже, что именно вот там дома первые брали белую глину, и то есть мазали, либо белили, и дома были белые, вот называли белоглинка именно, от белой глины. А еще необычное название есть, короче, это с чем связано? Ну, это улица Короче, это тоже как бы она небольшая улица, и именно ее называли, что она короче. Получилась улица Короча. Угу. То есть, ну вот, некоторые приезжают, когда в село Лобино, узнают улицу Короча. Как необыкновенно что-то. Осмелюсь предположить, Короча здесь пишут неправильно. На табличках в первом слоге везде буква «А». Заглянул в словарь, удивился. Это шапка с изображением дьявола. Колпак в виде цилиндра или конуса. В средние века его надевали на еретиков, которых приговаривали к смерти на костре. Вряд ли русские крестьяне имели отношение к испанской и португальской инквизиции. Исправим ошибку. В результате вместо страшного головного убора получим уездный город на западе страны. Сейчас это райцентр в Белгородской области. Именно с тех краев и шли переселенцы. Эта часть села называется Прицеповка, и мы на улице Горьковской. Навестим Полину Дмитриевну. Вот она в огороде, сейчас поливать будет. Жарко, такая сушь стоит, дождей давно не было. Ну, садим мы что в основном? Огурцы, помидоры, свеклу, капусту. Ну, то есть все продукты мы, конечно, выращиваем сами на зиму, нам вполне хватает. Побольше капусты. Вообще вся вот эта часть наша называется прицеповка. Почему? Она как бы прицепилась к центру. Полине Дмитриевне 84 года. Она коренная жительница Лобина. Пенсионерка рассказывает, переселенцы обитали в шалашах, затем возводили камышитовые дома. Сначала делают основу деревянную, как там столбы закапывают, потом жерди забивают, а потом камыш вяжут снопами, и потом его туда закладывают и с обоих сторон вот этими жердями это самое, прибивают. 50-е годы особенно было развито вот это строительство, когда помощи называли. Пойду на помощь. Вот кто-то там, значит, делает этот дом, идут мазать, ну, соседи там по улице, то родственники, все идут мазать, называется это вот помощь. Вот таким образом строились тогда люди, потому что денег в ту пору ни у кого не было. Ну, если у человека прижимает, что ему жить нет, за лето строили. Таких домов уже не осталось, рассказывает пенсионерка. Везде кирпичные или деревянные. По официальным данным, здесь 270 дворов и 680 человек. Люди говорят, живем на Лобном, то есть на высоком месте. Отсюда и название села.
Ну, от чего уехал, грубо говоря, тому приехал. Как было, так по сути осталось. Как? Работаем, держим хозяйство, встаем, управляемся, доим корову, кормим животных, идем на работу. И вечером также приходим с работы, управляемся, огород у нас. Тяжело как бы, да. Ну, привыкли за столько лет. Чем вообще дети занимаются? В телефонах сидят, планшет. Практически так. Мне внуки приезжают, и, ну, велик покатается маленько, да так. А в основном планшет. Нужен стадион или нет? Я думаю, да. Для молодежи, да. Вот, подрастающее поколение, которое это нужно. Я знаю по себе, потому что я живу в Смоленской области, и много у нас там строится для молодежи, вот именно для такого поколения, чтобы не занимались, по сути, ерундой, чтобы занимались спортом. Нужен, нужен. Детки есть. Пусть у нас такого не было, хоть нашим деткам что-то будет хорошее. Мы ждем, конечно. Но главное, чтобы погода нам позволила все это сделать удачно. Нужна площадка? Лично мне бы хотелось бы, да, потому что сейчас очень мало возможностей заниматься этим. Потому что на такой, скажем, убитой площадке это нереально. То есть особо возможностей нет. Такая кривая. Но вы на ней играете все равно. Да, ну да, там, играем. Ну, иногда вот когда вот постоянно в футбол играем, неудобно, когда мяч скачет через кочки. Там, да, шкочки целишься в одну сторону, из-за кочки в другую полетел. И постоянно и там некоторые ноги поубивали практически. То есть неудобно было. Трава не скошенная почти всегда. Да. По сути, роль сельского стадиона в Лобино исполняет старая хоккейная коробка, которой, представьте себе, целых 11 лет. Последние годы на ней даже лед не заливают. Есть пруд у нас вот за школой. И вот зимой как бы он замерзает, и дети там на лыжах катаются, на коньках. Хоккейную коробку хотели сделать, ну как, на пруду, то есть открытую, на прудку, и в итоге мало нашлось людей, которые хотели этим заниматься, и поэтому эту тему закрыли. Расчистить мы расчистили, заливать да. Никто не захотел. Ну там один мальчик ходил, заливал, он там сам чисто для себя играл, ну я там ходил, помогал ему. А план таков – обновить старую хоккейную площадку, но сделать ее поменьше, чтобы освободить место для других площадок – для пляжного волейбола и стритбола, поставить новые ворота, баскетбольное кольцо и сетку для волейбола, обновить уличные тренажеры, установить трибуны – какой же стадион без болельщиков? А также привести в порядок школу, покрасить окна, очистить пришкольную территорию от мусора. И все это за 3 дня! Мы это уже проходили.
Летучий отряд ОТС. 20 человек. Операторы, режиссеры, инженеры, журналисты штурмуют среднюю школу села Лобино. Обстановка, как в детском лагере. Кровати как раз оттуда. Да, мы тут должны что-то строить, говорят. Сюда заезжали бы на территорию прям. Вон у нас вон машина. Как встала, так встала. Это нас выкинули и все. Выкинули и все. Сами идем. Это было большое. Наконец все в сборе. Пора обсудить план битвы за село. Тишина, когда учитель. Учитель, я грабитель. Первый эфир у нас в 11 часов. Тогда, то есть, не знаю, успеют ли наши ведущие, потому что они выезжают в 7 или 7.30, они могут... Если они опаздывают, то с тобой в эфир выходят. У нас выбора нету. Масштаб, квадрокоптер летает, что все... Сцена просто будет, уже завтра сцена приедет. Просто оператор снимает, скидываем тоже и монтируем. Красиво или сильно красиво? Или как обычно? Профессионально. Так, вот здесь вот смотрите, хоккейная коробка сейчас она вот такого размера. Будет она у нас вот такого размера. Мы ее уменьшаем для хоккея 3 на 3, чтобы легче было заливать и так далее. Вот это завтра все сносится, да, все для людей. Краски будет много, кисточек. Или много плюс. БТС. Вот они стоят, две БТС-ки наши. Да, кстати, камеру можно наверх поставить. Как мы хотели камеры поставить на крыше здесь, а крыша здесь такая под углом не можно поставить. Там другой угол видно, там будет... Да, деревья стоят. Вот здесь, мы справляем, будем здесь брать. Там хоть две камеры засунуть можно, они снимают где-то в прямом эфире. Потому что они досок много, будут долго красить. И второе включение мы уже можем показывать, как они красят доски прям с двух камер. Тут же корреспондент на интервью, а вторая камера снимает планы, чтобы перебивать. Расскажи, ну, пожалуйста. Соревнования, все на уже будет, нет? Объем работы просто невероятный. Нам предстоит размотать десятки метров кабеля, расставить камеры, подготовить и провести 5 прямых трансляций, затратить энное количество килокалорий и нервных клеток. Но все это будет завтра. А пока... Ну все, спать пора.